Че, куда? На кусты. Стыл. Так, у меня там задание, я пойду сгоняю, наверное. Ой, ой, прыгай, Джинан, ёлок мою, я пролетел. Я не долечу, но... Блин, еще 150 урона из пистолетов. Капец там тел. А мы летим в далекие края. Горди, ты почему хомячишь? У меня, короче, кобра голдовая. Да-да. Молодца. Можешь мой кустор юзать. О, там тела, тела, тела. Отдыхает. Я тут, в принципе, бадал. Он там был один? А вижу еще одного. Увидела одного только, не знаю. Вот еще, еще, еще. Дробовик. Положил двоих. Молодец. И еще один дробовик. О, мой. Чем тебе не нравятся дробовики? Может, потому что мне выпало два дробовика? О, винтовка кобра. Троих. Еще один дробовик. Я убил троих. Молодец, молодец. У меня машина есть. Хорошо. Это ты видишь? Да-да. Да. Так. Иван, Иван, твои, а? Короче, это плоды какие-то бракованные, они у тебя не прорастают. Надо его срубить. Срублю явно потом. Твой куст надо срубить. Не переживай, я их уже залутала. А, да ты чё? Понял. Меня опередили, Иван. Сорян. Режу. Да я вряд ли до туда доберусь. Ой, что-то плохо мне. У меня что-то... Ой, волки, Гордей, ты чё волк мне принёс? Волк, волков. Они там со мной сами увязались, гады такие. У меня ключ. Ой, у нас у всех по ключу. Так может быть это? Я на корабле, если чё. Да блин, ну ты же придешь. Не, я про то, что тут есть. Сейф? Конечно. Эй, еще придем. Я пока спустился, задание тогда поделать. Адаш. Надо залутаться, как бы. У меня вот вообще меня? Ничего нет. У меня уже на кобру 45 патронов. Я думал, мне это вполне хватит. Ты зря думаешь об этом, что тебе хватит. А там нас Иван встретит, наверное. Наверное? Наверное. Ну, я думаю, да, наверное. Наверное. У меня еще есть супер гранаты отталкивающие. У меня есть еще один ключ. Видали, да? Видали. Блять, какой-то тут, короче, код надо ввести. Ну, крутяк. Хуй его знает какой. Но по заданию. Кол 4-0. 63 патрона. На кобру. Вот это. Блин, мне с чемоданов одни дробаши падают. Ну что это за хрень? Сундук. Вот, Даш, вот тебе оружие нашел. И твоя любимая присоска. Куда оружие? Вот тут вот. А, пистолет, пулемет. Не, отлично. Надо у тебя нет вообще оружия. Не, у меня есть этот
господи, автомат вон. Белый. Окей, окей, понял вас, я. Так, ну вам, наверное, резона сюда двигаться не вообще нету. Чему? Зона. Я за зоной. Выдвигаюсь к вам. Все время. И почему все время не там, где надо? Что такое? А, Иван. Вообще. Я задание выполнял. Почему такой? Какой? Бляха, муха, не там, где надо. О, ключ еще один. Обалдеть. О, бери, за... тебе нужна, забирай. Не. А у меня же есть голдовая. А тебе такая не нужна? У меня была фиолетовая, я ее выкинула, на снайперку махнула. Окей, понял. Хуёво ты. Понял вас. У нас тут, бляха, оружие вообще, мы меняем как перчатки. От голды отказываемся, от фиолки отказываемся, прикинь, ладно, у тебя там где-то... Бля, у тебя-то, походу, все бедно, да? Ну, да. Я понял. Ну, как говорится. Так, у меня уже две бочки. Фу. Какая-то фигня. О, еще один ключ. А. Блин, обалдеть. У меня три ключа. У тебя сколько, два? Один. Стреляю. Чё? У Ивана там сколько-то. Вот банка еще. Так, а ты забирай, у тебя же половина. Так у меня... В смысле, у меня есть половина? Три банка. Так было бы три банка, если бы ты эту заюзала еще. Ну фиг с ним, я не хочу подниматься. Окей. Я заберу. Пришел голодранец. Небезоружный, бляха, иди быстрее вон туда. Бегал где-то, бляха, муха. Задание выполнил, еще один уровень. Что там за стрельба, блин? Я оружие качал. Вон снайперка. Синяя. Я, наверное, ее возьму. Синюю снайперку? Да. Я думаю, у вас тут все отлично. Не, я просто не хотел что-то брать, я что-то потом думаю, ладно, пойду. Вот она. У меня есть синяя снайперка. Не, у меня уже есть. Только у меня патронов маловато. Ну что, валим? У нас реально последний шанс завязать либо тут, зона уже маловато. Ну давай, ставьте. Нужна куда-то. Тачка. Куда хотите. Тачка там была, но она там застряла. Походу минус, мы не доедем. Мы не успеем. Ну да. Помните, вон тут ключи потратим, не знаю, чем купим. Вон грузовик есть. Ну да. О. Что там есть? Дробаш. Ух ты, чё? Нам ебло ломали будут. Где он? Походу. Я его не вижу, Чё, валю их? Их тут двое, я их уже валю, вы чё там? Черт отдыхает. Еще один отдыхает. Я вообще в другую сторону смотрел. Еще один. Отдыхает. Там есть еще? Я не знаю, убили этого, нет? Да. Да, теперь убили. Всех пальмы нахуй. Хороши. У меня две жижи. Молодец. Так что мне похуй. Бежи же, это есть хорошо. Ничего, да? Вкусного. Ладно, по берегу. Бомжи какие-то. Но. Видать, тоже задания всякие выполняли. Ничего не залутали. Так, кто будет? Что покупать тут? Что там, я даже не смотрел, что там, я начал стрелять. Я, наверное, снайперку себе тогда возьму. Там дробаш. Остался дробаш. Ой, какая-то я не буду только брать. Станок улучшения надо кому? Мне уже нет. Вот. Так,
автомата лучше. Винтовку лучше. До фиолки. И винтовку тоже лучше до фиолки. Еще патроны были. Ну да, с патронами это беда. Кабана. И только кабана. О, сундук. Че, все снайперы? Тут вообще идеальная позиция. Сел вот здесь в эти кусты и сидишь. Я уже в одних кустах посидел, мне пролетело пару пуль в лоб. Как он меня увидел, я не знаю. А, или там же можно элементарно. Элементарно. Вот эта часть за зоной стоит? Нет. Да. Не-не-не. Вот за зоной. За нашей зоне. Прикольная за позиция. Зоной. Опа-на. Че? Господи, че ты палишь? А, я думал, это там кто-то на тебя напал. Ты че, Иван? Не, автомат прокачать надо. Ты че, прокачай палец? На противниках. А где они? Вон ну, там. С учетом того, что 9 команд, не исключая нас, осталось. Угу. Там по-любому есть тела, отвечаю. Я же спросил, где. Здесь где-нибудь давай. Есть доска? Хотя бы одну команду спалим по любасу. Туалет-то пойдем, нет? Я уже нет, он за зоной. Он за зоной. Ну теперь да. Теперь да. Он до этого был за зоной. Нет. Я вижу фиолетового волка. А там же задание есть убить типа такого. А где он? Давай. Где-то там явно куда она полетела. Нет, он с той стороны. Где-то там. Давай, 20 человек. Тут еще одна канистра есть, кому надо. У меня две. Канистра. Я тут походу одна, да? Но. О, ищейка. В смысле ищейка? Я раскрыла следующее местоположение зоны. На карте смотрите. А пистолет тебе не нужен ее? Зачем? Я не знаю. А я не могу с ней разговаривать. Стреляют. Где? Слышу, но не могу определить. Смотри по это. По шкале-то вот этой градусной. О, снайпер. А, вижу. Да, если бы вы еще включили круговой индикатор, было бы еще проще намного. По-моему, он для инвалидов. По-моему, это техника игры, которая очень классная. А ты, Андрей, как считаешь? Я ее, честно говоря, ни разу не использовал, не знаю. Вижу тело. Метку. Он перелетел в лагуне. Так, я поднялся. Пиздец у нас позиция. Вон машина. И нет, для снайперов это вообще имба. Давай по машине ёбнем. Не, подожди, надо. Где-то было тело рядом. С машиной? Нет, вот здесь вот в этом. Вот в этой части. Где-то было тело. Давай залью тут все. Дом снесу. Ты не попадешь. Кого? Куда? По дому? Тело тебе вот. Вот тело. Вы в машине, которая? Нет, машина каталась, он был без машины. Вот, видишь, бегает, видишь, черный. Угу. А, плывет. Слишком активный, не попадал. Да, если он сейчас типа там остановится. Еще снайпер где-то. Они сейчас будут перебегать. Угу. Так, он в жиже, он, короче, в жиже вон убегает. Нам надо в зону как бы. Да, двигаемся потихоньку. Полз. Да, конечно, у нас позиция просто имба. Чекаю позади. Я тоже по краям смотрю, чтоб никто не бежал. Чтоб нас не...
Не было, короче, как у Андрея. Двое сзади, двое спереди, и началось. Там, кстати, снайпер, поэтому аккуратнее. Где снайпер? Я с этого снайпера. Ну там, где стрелялись. Вы что там, где? А что, не идите, то пойдемте. Вон там стрельба, вон тело, вон тело. Сейчас если остановится, я его бахну. Давай. А, тут еще одно тело. Двое. Иду наблюдение. Короче, если останавливается, вот только у меня такая позиция, но там какой-то бугор. Почти. Что это? Убил. Что это было? Убил? А, да, одного убил. Выстрел в голову. По мне второй кто-то где? Сюда. Ёбнул, что ли. Еще одного не вижу. А может быть его положил? 7 человек. Нет. Блин, убил. Двоих? Да. Летит тело. Два тела. Видишь, теперь 6 человек осталось. Где летит? А вон, вижу, в этом вихре. Вихре? Может залить его нахрен? Он не будет лететь, ой, гореть. Они летят туда же, где убили, где Иван, ты убил. Понял. Ну, их там трое. Понял. Перезарядить снайперки. Могу стрелять. Ты что не предупреждаешь? Кто стрелять не? Я? Это я была. Она даже не видит, откуда стреляет. Одна вот здесь, другая за стенкой. О, за ногу. Сука. Убил одну. Она бежит ее поднимать. Быстрее, поднимайте дерево. Ты че, огонь? Понимаю. Блин, куда стану, когда? Все, завел. Поднимаю, Андрей. Открывай. У тебя что, кобра только? У меня есть снайперка и кобра есть. Дерево. Лежит. Все, беги. Даша, блин. Я спасаю саму себя. Сердечко. Мне же надо отхилиться. Тебе хватает нормально? Да. Типа. Убил. Двое лежат. Заливайте. Надо разрушить вот это место. Андрей, огонь. Жесткий. Сейчас. Они сейчас поднимут. Она упала куда-то. Зона. Приближаемся. Бляй. Как я охуенно перезарядился, пока летел. Заливаю. Идите сюда. Я даже не вижу, где она. Вообще нахуй там. Бежит. Вот она. Лежит. Меня сколько убит. Ну, ладно, иди сюда. Одно тело лежит, а одно активное. Вот здесь, в постройке. Андрей, ты сможешь. Еще. Гордей, тащи, быстрее. Я пока это... Тащи. Отвлекай внимание на себя. У меня еще отхилок нет. Ну ты такой умный, а я хотела как-то тебя просто похилить. Предупредил. У меня там на это работа есть. Я же жижа нашей команды. Нет? Она меня убила. Подожди, все нахуй.
Ну, короче, там, короче, за домом она там будет поднимать, мне кажется. Там один ползает. Я убила его. А, все, окей, окей. Даш, аккуратнее. Ну да, ты же меня сейчас убьешь. Я убью все, что там с той стороны. Мне ж надо как-то. Не, Иван, Иван, ты понизу стреляй, понизу стреляй, чтоб дом сносило под ноль. Все. О, хорош. Вот как надо. У меня как раз жижа кончилась. Ну, вовремя. Нихрена ты круто. Да, винтовка моя. А нет, это не моя.